Еще недавно пройти по этой дороге в хуторе Капустина можно было только используя фонарик и ежесекундно рискуя угодить в лужу. Глава города несколько раз давал распоряжение осветить этот участок, но из-за бюрократических проволочек жители оставались без света. Лишь недавно, после того, как глава Анапы взял ситуацию под личный контроль, фонари загорелись, и жители хутора смогли приобщиться к благам цивилизации. Местный житель Фаргат рассказывает, раньше не мог нормально припарковать автомобиль, а теперь даже небольшой ремонт машины делает вечером возле дома. Да, без перебоев нормально работает. Кубанинерго оказывает всестороннее содействие, выдала на все 72 бездоговорные линии технические условия выполнить задачу управления ЖКХ. По 23 буквально вот недавно были получены технические условия, сейчас подрядчики их выполняют в настоящее время в Юровке. После выполнения этих условий будут поданы документы на подключение, то есть линии.